Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Рьюрс, и мы продолжаем играть в Spider-Man. В прошлой серии под конец мы разблокировали такой замечательный костюмчик. Давай послушаем Джону, конечно же. Конечно же, Джона. Тем, кто осознал опасность угрозы, с которой мы столкнулись. Хотел бы я иметь простой ответ. Понятно, что нам важно не забывать об опасности, исходящей от преступников. Но еще нам нужно призвать к ответственности тех, кто должен нас защищать. Полицию. Этих агентов Соболя, работающих на мэра, работающего на нас. Мы должны выступить против всех причастных к беззаконию, в котором тонет Манхэттен. И да, я о Человеке-пауке тоже. Разблокировали мы, значит, такой замечательный костюм. Это паучья броня Mark III. Выглядит она, собственно, вот так. Детализированная, крутая, мощная. И видно, что она защищает от всего. Но у нее есть способность, которая защищает временно от пуль. Также, что мы сделали? Мы сходили к доктору Осьминогу. Ну, он пока еще не доктор Осьминог. Выяснили, что у него там какая-то болезнь, которая... Ну, в общем, только мыслить он сможет. Скорее всего, как у Стивена Хокинга, что-то типа того. А мышцы все у него атрофируются со временем, и он не сможет ими двигаться. Поэтому он быстрее разрабатывает новые технологии, которые позволят ему управлять всякими, не то что даже предметами, а механическими руками при помощи уже мыслей это делать. Такие дела. Сейчас мы отправляемся к тетушке, нашей тетушке Питера Паркера, чтобы встретиться с Майлом Моралесом. Он, у него там первый день на работе, нам нужно его будет немножко подбодрить. Как раз мы тут на Таймс-сквер, можно здесь немножко, оп, что-нибудь запечатлеть. Оп, например, вот так. Хорош. Сегодня бегаем вот в таком замечательном костюмчике. Давай. Оп. Медленно раскачивается. Также мы прошли еще испытание, встретились с бригадиром. Название, конечно, бредовое у него. Он нам дал людей, мы ему обменялись, в общем, ударами в лицо и разошлись. Скоро встретимся с ним еще раз, когда будем дальше выполнять испытания. Еще есть дополнительные задания, которые бы нам тоже следовало пройти. Нужно будет, ну, может быть, в этой серии посмотрим. Сейчас сначала встретимся с тетушкой, посмотрим, что она нам скажет и как завернется там сюжет. Опачки. И попробуем какое-нибудь дополнительное задание пройти. Мы можем ловить голубей, выполнить задание. Ну ладно, потом об этом поговорим. Костюм, конечно, прикольный, но не настолько. Давай-ка на новый поменяем. И поставим обратно нашу способность. Давай побегаем вот в стандартном. Он больше идет пауку. Хорошо, переигрываем задание, потому что там что-то какая-то проблема была с касценой. Не слышно было голос Майлса Моралеса. Может быть, изменится сейчас что-нибудь? Оп. Ты чё тут забыл? Так, вроде слышно его. О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Че? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Красиво. О! Больно? Человек-паук. О, все слышно. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Рино на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Его озвучит тот же актер, который Конора озвучил.
Ладно, давай. Детройт был человек. Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй! Класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. Будешь в школе рассказывать. Никто не поверит. Это как крутая тачка, которая стоит у бабушки в деревне. Да приют несколько шагов. Ой, опять Майлзом играть. Ну ладно, пойдем. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти? Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Доступно приложение для взлома. Выпуск Daily Bugle. Окей, первый выпуск мы собрали только. Подожди, что мы можем делать этим приложением? Оу, вот так-то работает, окей. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Пойдем пешком. Не будем бегать. Черт, надеюсь, все в порядке. Проходите, проходите. Тут демоны орудуют, блин. Как вы можете спокойно гулять и ходить на работу, когда тут город под обстрелом тотальным? Террористы его захватили. А приложение для взлома еще работает? Больше взламывать нечего. О-о. Всем достать паспорта и приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Нужно изолировать сигнал дрона. Эй, да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Не стоит мне им попадаться. Так, по-моему, я зря сюда пошел. Нам куда? Нам нужно в переулок добраться же, да? Ладно, пойдем. Ладно, приложение для взлома. Действуй. Попробую включить сирену. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. О, выбор. Вот это да. Заберемся на леса. Еще дроны. Нужно вырубить их. На этих штуках есть оружие. Нужна осторожность. Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ушки, ты куда полез, дружочек? Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Давай, давай, быстрее. А, все. Ну все. Вырвался. Вот же ж... А. О, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте.
Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Так, Соболь. Хорошо, пойдем. Посмотрим, кого тут можно еще просканировать. Никого нельзя. Идем в приют. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Пит, прости, что опоздал. Нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. Не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Блин. Пойдем поподливаем кофе. Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! О, чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да. Будь так добр, мистер Всезнайка. Ну, вперед. Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да, да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Что со звуком? Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Поставили на место дедушку. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но... Я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Главное погромче вслух говорить, чтобы точно все узнали. Чем-то собрался заниматься? Ну ладно, это такое. Надо с кем-нибудь пообщаться здесь. Пойдем с шахматную партию посмотрим. Айлин, как там дела с дочерью? Поздно. Я ошибалась, когда растила ее. О таком не забыть. Вы же общаетесь, надежда есть. Не сдавайся. Вот мудрые слова. Может быть, еще с кем-то можно? Мы просто упустили момент. Пойдем посмотрим. О, да, можно, смотри. Мэй долго хранила одежду дяди Бена. Кажется, будто он подсказал ей, что делать. Питер, скажи тете, чтобы больше отдыхала. Попробую. Они действуют как тираны, не думая о наших правах.
Столовка. Вот дерьмо. А я уже выпил таблетки. Может пойти учиться. Боже, спасибо. Да сейчас мы выйдем, подсказка. Я хочу просто посмотреть, что здесь еще можно найти. Как-то подлагать она начала. Если бы у меня были суперсилы, никакой борьбы с преступниками. Карьера телезвезды. Я бы пошел в рестлинг. Нахрен они вам нужны в рестлинге и на телевидении, суперсилы? Чтобы не платить за CGI-графику? И за спецэффект? И не платить каскадерам? Самому делать все трюки? Только для этого? Пит, мне нравится парень, которого ты привел. Похож на тебя. Это да. Так как ты его могла... Привет, прочувствовать, Пит. Так твоя сказать? Твоя тетя большой молодец. А, надо получить паспорт, чтобы соболи отстали. Ладно, все, выходим твоя отсюда. Твоя тетя святая, Пит. Настоящая святая. Да-да-да, святая, все как надо. И? Готово. А, нет. Это здесь не маленькая церковь у нас. Все хорошо. Все мы святые. И уходим. Матом никто не ругается, не пьет, не курит. Преступлений никаких не совершает. Выполняя бег по стене, нажмите X рядом с ее верхушкой, чтобы перелететь через здание. Вот так. Ботиночки клевые у него. Итак, куда же мы теперь отправимся? Уровня никакого нет. Там я вижу преступность. Здесь неподалеку была. А нет, уровень есть. Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50/50. А, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Это Бауэри, но где доктор Майклс? Так, стоять. Я хочу какой-нибудь навык прокачать теперь. Бесшумный нокаут. Вот этот-то хочу. Смотреть, что получится из него. Во, и громил хочу платать. Забавно, кстати, зря я так изначально категорично был настроен против бросков паутина, но все равно разнообразие вносит небольшое в боевую систему. Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381. Груз уже в пути. Так, дневной стелс у нас. Сюда, доктор Майклс. Или нет, погоня за машиной будет. Преследование машины, все, я понял. Чтобы не спалиться. Это что за хрень? Я сквозь машину пробежал. Нормально. Ага, конечно. Так,
Фьюри! Я преследую Мартина Ли! Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола! Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Ё-моё, это же будет сейчас. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Крыло, сколько там? Это Stable International. Нам разрешено стрелять на поражение. Больше предупреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам, открыть огонь! Ого! Что это все вдруг стали пускать ракеты? Человек-паук, уходи отсюда! Ты мешаешь проведению операции! Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает! Открыть огонь! Эй, прекратите стрелять! Давай, получи цветок. Правда, здесь не так много было врагов, чтобы его использовать. Ну ладно, уже использовали. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. Оп. Стой, подожди. Нужно выбрать здесь вот такую штуку. Бам! Открыть огонь! Соболь, вы так кого-нибудь убьете! Цель потеряна! Ищите ее! Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Давай, уворачивайся. Давай. О, гадость! Доложи обстановку, ты задержал Ли? Так, я это сам делаю? Работаю над этим! Он сам ползет. Быстрее! Катарат! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Все. Поплыл паучок. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску. Стань одним из нас. Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне. Все души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Ошлана. У тебя много сил. Да господи! Дать тебе волю.
ты ничего не сделаешь! Я не могу спасти всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город. Давай добивание будем использовать. Хотя нахрен тут сигнализатор стоп. Давай поменяем вот на эту штуку. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть. Покажи свою истинную силу. А, ну да это уже Мартин убить. Да. Поймать. На колени! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо! Да, попробуй. Дети дали мне клятву, а я отдаю им силу! Что? Я должен уничтожить маску! Стой! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Давай, шмаляй по ним. Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Я сломаю и уничтожу твою личность! Нет! Давай. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Серебряный соболь. Сервер самолета. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Ну, город может спать спокойно. Хотя бы чуть-чуть. За звук непонятный. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Теперь мы будем вот этот звук слушать постоянно. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержим им не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно.
Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Хорошо, ребят. Залаговал звук, поэтому серию мы сегодня завершим. Сегодня она у нас коротенькая. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рирс. Как всегда, подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Нажимайте на великий ужасный колокол, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и оставляйте свои комментарии. Всем счастливо, всем до новых встреч. Док звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом бесценна. Жаль, что не могу пока показать тебе, что это значит. Но я начинаю понимать, насколько могущественные и коварные силы противостоят истинным творцам. Обещаю, долго ждать не придется. Успех придет. Чего бы это ни стоило. Могущественные и коварные силы? Не нравится мне это. Надо навестить Дока, как смогу. Все, теперь точно. Всем счастливо.